мне слышней, песня нежная. Я не знаю, где счастье прячется, и смеется мне, а не плачется. Уважаемые гости города,
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами. Сегодня у нас должен получиться прекрасный, замечательный концерт, потому что мы исполним для вас те песни, которые на протяжении многих лет были с нами. Потому что это песни русской души. А в русских песнях сила, вера, надежда и любовь. И прежде чем исполнить следующую песню, мы вам хотим всем пожелать, чтобы у вас все было именно как в этой песне, чтобы никогда у вас не было разлуки и чужбины, а чтобы с вами всегда была удача и победа! Штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты. Только не любила шелковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Шелковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Отдавая дань уважения нашим ветеранам, нашим славным фронтовым годам, мы поем песни Отечества. И сегодня мы хотим для вас спеть несколько казачьих песен, потому что казачьи песни у нас связаны с доблестью, с честью. Поэтому мы вам советуем всем приосаниться, подтянуться, потому что вместе с вами мы отправляемся в славный казачий поход. Попадучий веселился до утра. Он мне рано боюсь.
сердце сохрани. Значит, песни встали.
казачий вестник страны Россия! Дорогие друзья, вы знаете, сегодня я собирался говорить одни слова, но жизнь поворачивается так, что, наверное, я скажу несколько другие слова. Во-первых, глядя на зал, сегодня день улыбок, и мы это видим, глядя, стоя на сцене. Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. И сегодня юбилей, человек тоже, который участвовал в становлении коллектива Андрея Алексеевича Хапочкина. И следующую песню мы хотели просто спеть и спеть, но вы знаете, еще мне сказали, что возможно на наш концерт придет Сергей Александрович Нацадин. Вот. Я почему об этом говорю? Потому что участие этих людей в становлении нашего коллектива, оно очень значимо. Поэтому, с вашего позволения, мы все-таки следующую песню хотим посвятить главному атаману города Южно-Сахалинска Сергею Александровичу. Поехали! Народные песни. Вы знаете, ту песню, которую мы для вас поем, я уверен, что знает практически весь зал. И мы очень хотим, чтобы благодаря таким песням наше подрастающее поколение, кстати, здесь их немало, слава Богу, и нам это очень приятно, хотим, чтобы они понимали и знали ценность этих прекрасных песен. Но знаете, народная песня вот предполагает, знаете, чувствовать единение, быть на одной волне. И у нас в этой песне есть движение, которое мы называем «фонарики».
фонарики света, счастья, добра. Вот вам не зря показывают. Это надо повторить. Вот таким образом. Заодно будете знать, все ли там вот поворачивается. Давайте мы договоримся так. Я вам покажу, где это надо делать. Вы, пожалуйста, нас поддержите. Нам очень приятно будет на вас смотреть. И думаем, что у вас от этого настроение тоже очень прекрасно поднимется. Ансамбль «Русский терем». Оп!
наших бабушек, наших дедушек. Дорогие друзья, вы знаете, где-то полтора года назад нам посчастливилось поехать в Москву представлять Сахалин на дальневосточной ярмарке. И мы выступали на Новом Арбате, выступали успешно. Но самое главное, мы, как говорится, смогли и себя показать, и на людей посмотреть. У нас так сложились обстоятельства, что в один из дней мы отправились в театр Надежды Кадышевой, «Золотое кольцо». Получили массу впечатлений, массу удовольствия. А буквально через день мы попали в театр Надежды Георгиевны Бабкиной. Это никто не нуждается из них в представлении. Это действительно большие артисты, прекрасные театры. Но самая главная мораль, которую мы оттуда вынесли, что народное искусство современно, очень красиво. Но самое главное, что оно задевает вот за самое живое, за душу, трогает сердце. И это прекрасно, потому что народные песни с нами и в радости, и в горе. И это замечательно. Я знаю, здесь сидят люди, наши друзья, просто поклонники, которые знают, ну, то, что зал знает эту песню, это точно. Ну, сегодня не возбраняется нас поддержать, спеть вместе с нами. Особенно отчаянные могут и потанцевать. Ансамбль «Русский терем». Ручей, держи ручей.
Это наше настоящее, и это наше будущее. И когда говорят, что народные песни, народные танцы не модно, не современно и не форматно, это неправда. Мы должны напомнить такую присказку. Мода приходит и уходит, а народные песни с нами остаются на века. И самое главное, они остаются с нами, эти песни, и в радости, и в беде. Строится. И, конечно, на этот концерт, где звучат такие прекрасные народные песни, мы не могли не пригласить коллектив, которому исполнилось 55 лет. Этот коллектив живет и здравствует, этот коллектив радует своим творчеством. Это Сахалинский русский народный хор. С большой радостью для вас. Сейчас прозвучит, она прозвучит впервые, прозвучит для земляков, гостей города. Поэтому с большой радостью вам эту песню представляем. Сахалинский русский народный хор.
знаете, сегодня мы затевали концерт, просто концерт и концерт. Но знаете, видимо, все-таки нас действительно в городе хорошо знают. 17 июня этого года нашему коллективу исполнилось ровно 20 лет, как мы собрались на первую репетицию. Ну, сейчас у нас хоть октябрь месяц, но это ничего не меняет. И я, ну, я так узнал, что у меня вот за кулисами лежит грамота от мэра с поздравлением нас с 20-летием. Но мы не затевали это как юбилейный концерт. Я думаю, что всем поклонникам и жителям города, просто, я думаю, это очень интересно узнать, потому что мы родились, знаете, не простой год, когда были какие-то проблемы, а потом, когда еще начался мировой кризис, нас создали как профессиональный коллектив, а потом, когда еще повторный кризис, нам добавили танцевальную группу. И вы знаете, к чему я это говорю? Что когда мы стали думать больше о духовном, то наша жизнь удивительным образом стала лучше. Вы знаете, в зале присутствует не просто человек, а человек, с которым мы создали «Русский терем». Я, Ирина Алексеевна, еще один человек, который 20 лет не был на Сахалине, который на протяжении этих 20 лет оставался с нами в творческом порыве, в творческом... В общем, вот все, что звучит, аранжировки, это дело его рук. Это мой большой друг Михаил Чугунов. Он где-то в зале, я не знаю, где он. Миш, встань, пусть на тебя посмотрит наш город. Приехал с супругой на концерт с города Москвы. Огромное, Миш, тебе спасибо лично от нас, от горожан, потому что наше совместное творчество испытано годами. Самое главное, что мы своими, так сказать, действиями радуем людей. И вы знаете, еще, я не знаю, Ирина Викторовна, вы в зале? Скажите мне, пожалуйста. Вы в зале. Ну, тогда ничего не остается, вам, наверное, выйти все-таки сюда. Неожиданно, да? Ничего не поделаешь. Нас наш начальник прямой. Добрый вечер. Добрый вечер, терем. Добрый вечер, хор. Добрый вечер, жители города. Добрый вечер, гости города. Знаете, есть такая как бы ниточка, которую надо как-то построить. Может быть так. Русский терем, русская песня, русская душа. Хорошо? Хорошо. Можно по-другому. Русская душа, русская песня, русский терем. Снова хорошо. Снова хорошо. А можно еще лучше. Русская душа, Южно-Сахалинск, русская песня, русский терем. Знаете, наш город большой и удивительный. В нашем городе живут разные виды искусства, живут разные песни, живут разные люди. Живут люди, которые занимаются песней профессионально, и живут люди, которые занимаются песней любительски. Только подумайте, какая красивая дата. Сахалинский русский народный хор. 55 лет. А ведь за спиной у этого коллектива огромные победы. И даже тогда, когда нужно было представлять русскую песню не только на территории нашей страны, в то время большой Советского Союза, но и за рубежом, Сахалинский русский народный хор выступал от имени большой страны. Конечно, сегодня это большой труд. Конечно, сегодня на сцене у нас большие музыканты, большие танцоры. Городу в этом году 140 лет. И мы своими силами, творческими, профессиональными, смогли отметить этот юбилей так, что каждый житель нашего города нашел себе встречу с искусством по душе. Дай Бог, русский терем, процветание профессионализма, и чтобы 150 лет русскому терему мы могли собраться в большом зале с русской душой, с русской песней. Поздравляю! Спасибо.
Сергея Александровича действительно слова уважения и признательности. Ура! Русский терем и Сахалинский народный хор. Я не могу не сказать буквально два слова. Вы знаете, у нас еще одно очень знаковое для нас событие произошло. Мы получили в свое пользование, то есть в полнейшее распоряжение, прекрасное здание на углу улицы Ленина и Сахалинской. 500 квадратных метров. Мы счастливы так, вы даже себе не представляете. Наконец-то у меня есть собственный кабинет, а у артистов свои гримерки. И в перспективе мы очень, конечно, надеемся, да, Ирина Викторовна, что все-таки появится театр русской песни «Русский терем». Дорогие друзья, мы хотим продолжить заключительную часть нашего концерта той песни, которую вы не ожидаете услышать. Но я точно знаю, что вы ее знаете, она в сердце каждого из вас. И мы с большой радостью споем ее для вас. Марина.
момент, когда нам понадобится ваша помощь. И вы знаете, именно в этот период жизненный, наверное, скажу эти слова. Вы знаете, с этой сцены, с любых сцен, на которых мы выступали, я много раз говорил эти слова. У нас есть песня, по которой нас узнают во всем мире, узнают русский мир. Неважно, мы русские, корейцы там, или татары. Есть такая песня, но самое приятное, мы приезжаем в детские сады, вот такие маленькие дети в терняшках, в пилотках выходят, они готовят, они ждут нас приезд, они поют, поют их воспитатели, поют мамы, папы, которые приходят. Эту песню знают бабушки и дедушки. Что нам мешает именно сегодня, когда вот эту песню, вы точно знаете, ее стали запрещать во всем мире. То есть я возмущен крайне, потому что, ну, в конце концов, это наша культура, и запрещают те люди, песен которых я и знать не знаю. Потому что они не такие яркие, не такие талантливые. Что нам мешает в своей стране, в своем любимом городе спеть нашу любимую песню, которая нас всех объединит и объединяла много лет? Я вам, конечно, подскажу первые слова, но думаю, вы их и без меня прекрасно знаете. «Расцветали» поет весь зал. Yeah.
Русский народный ансамбль «Русский берег». Спасибо! Родные земляки, дорогие друзья, и прежде чем спеть последнюю песню, мы для вас споем предпоследнюю. Цветы всегда приятно артистам. Спасибо огромное. Наталья Николаевна пришла на наш концерт. Очень приятно. Спасибо! Дорогие друзья, мы рады встрече с вами. Спасибо вам огромное. Это мне. Спасибо. Спасибо вам огромное за такой прием. Вы знаете, вы не представляете, насколько приятно смотреть на вас.
какие одухотворенные глаза, какая поддержка и какое внимание к нашему творчеству. Ведь наше творчество, оно же это не современные песни, а именно песни страны России. Спасибо вам огромное, желаем вам счастья, всего самого прекрасного. И с вами мы не прощаемся, мы вам говорим до новых встреч! Сегодня присутствовать на вашем концерте. Для меня это большая честь. Вы знаете, они не только талантливые, а безумно красивые и просто потрясающий ансамбль, но это еще замечательные друзья. Пассажирская компания очень любит их и благодарит вас за дружбу. И за то, что мы с вами так долго сотрудничаем вместе, мы проводили очень много акций. И Рождество, да, и Новый год, и поздравляли наших женщин с 8 марта, 23 февраля. Поэтому разрешите мне от лица пассажирской компании «Сахалин» вручить благодарственные грамоты основным, ну так скажем, или представителям ансамбля «Русский терем». Мельниченко Ирине Алексеевне, хормейстеру ансамбля, это красавица, которая прекрасна. Заслуженный работник культуры Сахалинской области.
же, конечно же, Мельниченко Андрею Васильевичу, руководителю ансамбля. Вы знаете, я хочу вам сказать, что... когда обращаешься к ансамблю «Русский терем», мы говорим, ребят, споем, они говорят, да мы еще и станцуем. Ну, вообще здорово, конечно, они нам, мы их очень любим безумно. И также я хотела бы вручить благодарственное письмо от нашей компании. Я его называю «Боец невидимого фронта». Это человек, который на своих хрупких женских плечах несет и делает огромнейшую работу. Криволап Светлана Валерьевна, администратор ансамбля. Спасибо вам. «Русский терем», мы вас безумно любим. Мы надеемся еще на долгое-долгое хорошее сотрудничество. Спасибо. Я возьму. Дорогие друзья, ну раз так случилось, Елена Анатольевна Столярова, вы здесь? Пожалуйста, можно вас? А где, где, где? Вообще ничего не вижу. Человек, который всех сделает здоровыми. Обращайтесь. Добрый вечер, южно-сахалинцы. Согласитесь со мной, что это бренд Сахалинской области, ансамбль «Русский терем». Я пела песни, Андрей, потеряла уже голос. Полтора часа, хотя таланта петь нет. Дорогие мои любимые певцы «Русского терема», с Южно-Сахалинским отделением Союза женщин России нас связала судьба в 2014 году, когда я переехала в Южно-Сахалинск. И мы бесконечно, когда бы я ни позвонила и ни попросила, давайте споем на какой-то сцене, в каком-то коллективе, я никогда не слышала отказа. И как врач, я сегодня, согласитесь со мной, скажу, что мы сегодня пришли, конец недели, все уставшие, да? Ну, завтра выходные. Я тоже шла сюда немножко с плохим настроением. Неделя была тяжелая, я работала в районах. Но первая песня дала заряд бодрости, энергии. Вы все услышали, как застучали ваши сердца, как начали выделяться эндорфины. Мы начали что пританцовывать. Двигательная активность у нас сегодня полтора часа была. И благодаря кому? Вот этим красавцам, красавицам. Ребят, мы вас любим, обожаем. И, конечно же, у меня есть подарки. Там благодарственные письма. Сначала давайте. Как Новый год? Ну, я... Каждому, а Дед Мороза? Да. От медицины, чтобы мы стали еще здоровее. Поставим на пол, потому что... Вот они. Вот они. Я подготовила, согласитесь со мной, они все заслужили сегодня народного призвания. Это сегодня коллектив, который... выступала номинантами, лауреатами международных фестивалей и конкурсов. Они сегодня немножко это скрыли и не показали свои награды вот на этом красивом экране. Но у них их множество. Давайте им еще раз поаплодируем. Андрей Васильевич, я вам вручу благодарственные письма всем, кто сегодня с вами радует нас песней. И сегодня в наше трудное время, вот, мы готовы идти в бой, чтобы наша Россия победила. За победу! Они нас сегодня к этому подвигли. Песня ведет в бой. Андрей Васильевич, вы раздадите всем, каждому... Не переживайте, я зачитывать да, не буду. Да, мы не будем зачитывать. И от меня лично, от Союза женщин России, каждому подарок. И вам спасибо и низкий поклон. Вы молодцы. Вам совершенство, новых проектов. Радуйте южно-сахалинцев, Сахалинскую область и, конечно же, всю Россию. Благодарю вас. Елена Анатольевна, огромное спасибо вам за такие слова. Вы знаете, возможно, завершая свое выступление, мы в другое бы время спели бы иную песню. Но вы знаете, нас поздравила вот железная дорога, и когда вечерний поезд уходил, в мирное время звучал очень прекрасный и замечательный марш. А сейчас такое время, что в нашем вот зале сидит очень много военных. И вот сейчас, мне кажется, этот марш очень актуально спеть для вас. Ансамбль «Русский терем».
даже не понял. Это вот я такой что-то знакомый. Все равно много. Я знал, что я такой что-то знакомый, и это, и хоть что-то знакомое, а так вот пока ты мне не подошел.